Магазин электропары представляет обзор лампы накаливания фирмы Sunlumion. Это декоративная ретро-лампа, имеющая форму свечи на ветру. Мощность данной лампы 40 Вт, напряжение стандартное сетевое 240 Вольт. Цоколь Е14. Данная лампа имеет диаметр колбы 35 мм и длину 123 мм. Теплый свет. Модель 7F4 Gold 40 Вт Е14. Лампа имеет класс энергосбережения Е, не очень высокий, но для декоративных лампочек вполне нормальный. Срок службы 2500 часов, артикул 052-078. Производство ламп Китай. Давайте откроем упаковку и посмотрим, как лампа выглядит без нее. Лампа довольно добротно упакована для ее безопасности. Мы видим с вами форму свеча на ветру. Также мы видим, что лампа имеет золотистый оттенок, золотистое напыление. Цоколь у нас меньше стандартного Е14. Давайте подключим лампочку и посмотрим, как она светит. Чтобы включить данную лампу, мы будем использовать светорегулятор, иными словами, диммер. Включим лампу на минимум для наглядности. Выключим свет. И будем потихонечку увеличивать цветовой поток. На данный момент мы имеем максимальный цветовой поток. Давайте его чуть-чуть убавим. Лампочка имеет красивую структуру, очень необычную колбу. И внутри довольно симпатичная спираль. Данные лампы всегда есть в наличии в магазине электропара. Закажите их по телефону, указанному под этим видео, или на сайте. Ссылка также в описании.